всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. И сегодня мы с вами будем играть в Туалет Tower Defense. И в этом видео мы пройдем два раза хард и откроем больше 20 юнитов. Так что вот так вот. И да, не обращайте внимания на мой скин. Он немножко странный. И напишите в комментарии, поменять мне скин или нет. Сейчас мы с вами в харде. И сегодня или завтра должно здесь выйти обновление в Туалет Tower Defense. Добавят новых юнитов, новую валюту, и все будет очень круто. Ну, и я думаю то, что можно уже репайр дрона ставить. Вот сюда. И качать фермы. Ну ладно, увидимся, когда будет что-то интересное. Или я вам захочу рассказать какую-то информацию. Ну и вот у нас уже идет первый босс. И мне чё-то кажется, что он пройдет. Блин, чуть-чуть у него осталось. Давайте акта поставлю и попробуем его с вами добить. Тут идет мутант туалет. Ну, мы его победим, наверное. Ну да. И давайте прокачаем акта. Теперь он у нас вот такой вот достаточно сильный. Посильнее будет Дарк Спикермена. Также у меня уже все фермы на третьем уровне. Но сейчас я собираюсь копить на третий уровень акта, чтобы он стал очень хорошим. Так, ну вот у меня уже на максимальном уровне акта. Вот так у меня будет, для тех, кто не знает. Он поджигает, у него поджог замедляет, и у меня большой удар маг. Также у нас... Это не полностью прокачанный. Ну и ферма на пятом уровне. Следующий уровень уже максимальный. Думаю, вместо того, чтобы акты качать, я буду качать фермы. А, ну и также. Я не знаю, что мне снимать, так что, если хотите, можете в комментарии мне предложить идеи для нового видео. По Туалет Tower Defense. Вот у нас 42-я волна, и также 3 акта на максимальном уровне, и 4-й почти на максимальном. Фермы все максимального уровня. И да, также я готов официально заявить то, что у меня в субботу и воскресенье будут всегда выходные. Или в редких случаях может выйти видео. Например, если выйдет какое-то обновление в какой-то игре, которую я снимаю на YouTube канале. Так что вот так вот. Также мы почти уже хард пришли. Последние две волны я пройду вместе с вами. Ну вот, остались последние две волны. Сразу делаю.
максимальном уровне и также обретал свою ферму, чтобы получить больше денег. Также обновление в Толитар Defense выйдет либо сегодня вечером, либо завтра. Либо завтра в субботу выйдет. Ну и вот мы выиграли. Ну и вот я уже во второй игре. И также я хочу вам рассказать, что добавят в новом обновлении. Ну, я думаю, многие знают, но для тех, кто не знает, я все-таки расскажу. У нас собираются добавить новую валюту. Конфетки такие розовенькие будут. Также разработчик собирается изменить интерфейс монет, гемов и конфет. Они будут выглядеть по-другому теперь. Также появится 4 или 5 новых юнитов. Также появится новая коробка, из которой будут падать эпики, леги и мифики. Это сам разработчик сказал. Также разработчик сказал, что он уберет из игры навсегда инженер-коробку. То есть ее нельзя будет больше купить. И скорее всего юниты из нее и сама коробка подорожают очень сильно. Поэтому она у меня как-то магическим образом появилась в инвентаре. Не спрашивайте как. Я вам покажу ее после прохождения. Так вот, в коробке будет, как я знаю, хэллоуинский Тиви-спайдер вроде, новая ферма, Синистер Камерамен, это будет самый сильный юнит в игре и самый дорогой, скорее всего. Также добавят ракетного камера-хеликоптера, добавят квесты, за которые можно будет получать конфеты. Также, когда вы будете проходить любую игру в Toilet Tower Defense, то вам будут даваться конфетки. Также добавится новый уровень сложности, там будут несколько новых туалетов, вроде как я знаю. Они будут сильны достаточно. Разработчик вроде даже говорил, что этот режим будет сложнее Nightmare. Так что нужны как минимум мифики. Также он сказал то, что добавит еще... Ну, в общем, насколько я знаю, он собирался добавить новый туалет в обычном режиме. То есть не хэллоуинском. Также он изменит еще карту. Она там должна быть с паутинками и с тыковками. Ну, получается, вроде как все. Да. Также сейчас я вам советую как можно быстрее запастись коробками ученых или юнитами из них, потому что где-то через год или полгода они достаточно сильно вырастут в цене. Так что вот так вот. Ладно, увидимся, когда будет что-то интересное. Ну и вот уже у нас 32 луна. У меня максимальный уровень акт, репар, дрон. И также на максимальном уровне все 4 фермы. Ладно, увидимся, когда уже хард будет подходить к концу. Ну и вот, у нас осталось последний. Юнитов. Ну, также я покажу, что у меня есть коробка ученых. Да. У нас получится чуть больше 20 юнитов. Уже где-то 23 или 25. Я не знаю. Ну вот, у нас уже походу
переносит на спавн. Вот. Так, вот моя коробка ученых. Я ее сохраню на долгие века. Ну и давайте пооткрываем, получается, юнитов. О, как раз акт в стоке. 9 секунд осталось, юнит. Быстрее. Надо успеть. Фух, успел. Ну и давайте сейчас вот этих продадим и откроем еще. Ну и мы можем открыть еще 2 юнита. Вот первый. А вот второй. Ну, ладно. Неплохо. Ну и на этом все. Всем удачи и всем пока.